Сопредседатели регионального отделения Народного фронта сегодня рассказали Вадиму Потомскому о своем участии в общероссийском форуме ОНФ. На днях он завершил свою работу в столице. Основными темами форума стали реализация майских указов президента и развитие российской экономики в условиях санкций. Почему мне нравится вообще площадка Народного фронта? Это на самом деле мнение от народа. То есть, и чем здесь откровеннее, тем лучше. При этом я считаю, что в следующий, когда вы будете в мероприятиях участвовать, если будет такая возможность задать вопросы, не надо, естественно, не надо себя там бить, но вопросы, которые хотел, чтобы вы поставили перед президентом, может быть, мы даже с вами пообсуждаем, потому что решение по ряду вопросов может быть принято мгновенно. Подводя итоги встречи с губернатором, сопредседателя регионального отделения Народного фронта Валерий Савин сказал, что во время разговора были намечены точки дальнейшего взаимодействия. На эту тему я готов разговаривать. Достигнута полная договоренность о взаимодействии. Самое главное то, что мы договорились, что мы будем участвовать вот в этой общественной экспертизе проектов нормативно-правовых актов органов власти. Ну и 2 декабря мы проводим свой форум здесь региональный. Мы договорились о том, что на этом форуме будут представители власти.